Композитор, считающий себя гениальным, написал много-много гениальных произведений. У него простой, работы нет. И вот предлагают написать для порнофильма, знаете, да? Предлагают написать для порнофильма музыку. Долго не соглашается, денег нет, пишет. Вот его зовут на премьеру, кинотеатры. Он приходит, одевает шляпу, пальто, тихонечко на задний ряд садится, чтобы никто не видел. Здесь, как во всех порнофильмах, начинается действие, он сидит неудобно. Откуда ты знаешь, как во всех? В большинстве. Во многих. Начинается действие. Мужчина, женщина, потом появляется огромный негр. Он сидит, думает, когда же музыка начинает играть. Потом появляется здоровенный дог. И все это вот на экране происходит. И он так неудобно себя чувствует. Впереди сидит пожилая пара. Он такой: извините, я композитор, я только музыку послушать. Да мы тоже только нашего Рекса посмотреть. Thank you.